Всем привет! Я вчера решила покраситься. Я взяла тоник. Он называется не просто тоник, а пигмент прямого действия. Нанесла на свои рыжие волосы, и стали они у меня какие-то немного красноватые. Вот что с этого получилось. Ну, в общем, снова я перекрасилась. Потому что у меня уже так настолько вымылся тот цвет, и было уже совсем, ну совсем не очень, поэтому я решила все-таки возьму-ка я и сама себе сделаю. Лена смотрела, ей понравилась она. Я сегодня просто там под окнами у нее прыгала. Она посмотрела, сказала, что доволен, еще так и получилось. Да, Костя, тебе нравится? Да, прикольно. Костя нравится. Чем мы сейчас занимаемся? Мы сейчас, короче, Костя тут будет свечи, короче, там смотреть, менять, не знаю, что-то там делать. Не, я проверяю, подходят провода, которые купили или нет. Они, походу, не подходят. В общем, не знаю. А может и подходят. Надо, в принципе, Костя, чтобы это все, наверное, мастер посмотрел. Даша учила сегодня уроки, в нее онлайн-уроки начинаются там с утра и дальше продолжаются. Сейчас вам покажу. Даша Черненко. Саша Пергамін. Нікіта Рижов. Йо. Йо – це репери співають, йо. А її називають. Ма. Мне очень нравится Дашина учительница, она такая просто классная и такая, знаете, позитивная. Даже вот мне интересно слушать, как она ведет урок. А еще сейчас должен заехать к нам Женя, Евгений Гончар. Ему, короче, там надо баклажки. Вот такие. У нас есть. У нас есть, потому что я прошу Лену, чтобы она не выбрасывала, а отдавала нам. Я их отвожу потом маме в село, вот тоже на березовый квас. И потом мама еще какой-то квас делает. А это Женькиному папе тоже, типа, надо баклажки. И, в общем, мы с ним поделимся. Вот так вот. Ну, а вы пишите в своих комментариях, что вы думаете о моем новом цвете. Как он вам нравится. Или сильно темный вышел, я не знаю. Ну, в общем, как-то так вышло. Ну, вроде бы ничего. Короче, Костя тут посмотрел, мы злое. Посмотрел, короче, мы купили, но мы не этот, не открывали, не смотрели. Походу, эти свечи не подходят. Или... Это не свечи, это провода. А, провода, да. Что-то, короче, не подходит. Что-то опять пошло не так. Ну, говорит, здесь нету, он мне сразу говорил, здесь нет таких, ну, а я такую штуку не покупал ни разу, нету специальных таких отверстий. Я не знаю, Кость. Ну, такие... Ну, поменять, это даже не проблема будет, Кость, ну, поменять. Да, до 14 дней можно по законодательству поменять. Ну, так он сам говорил, что можно. Поэтому... Ему надо, смотри, а если я сейчас сниму провод один, мы же ехать все равно пока никуда не будем. Uh-uh. Может, поговорю с Жекой, мы отвезем, я покажу образец, вот такой вот провод, uh-huh. Да? Может быть. И типа, и все. Может быть. Это зато такие блестящие. О, все, летит, летит. Блестинка. Человек-фантомас. Интересно, когда посмотрит это видео, будет слышать это? Интересно, ну, понял, он узнает, вот именно. Будет знать, что я его называла Человек-фантомас. Человек-черный рот. Здрасте. Здрасте. Черная борода. Привет. Здорово. Здорово. Я не буду даже ногой с тобой здороваться. Не будешь? Нет. Человек, слышно? Потому что я... Ну, ты, чувак, походу, не те эти заказал. Я, да? Только сейчас посмотрел, ну, залез. Во-первых, у меня свечного ключа нету. Ну, я думал, что свечной, он, ну, не то. А второй прикол, вот, смотри. А, ну. Он не те кабеля вообще, правильно? Заказал. Ну, пока тяжело сказать. Так вот, ну оно одевается, но контакты не... Не, так оно, если одевается, то значит подходит. Не, оно зажимается резинкой, вот это. Вот так. Вот это делается? Ну,
но контакта она не, свеча не касается вот этой самой фигнюшки. Он говорил, что вот эти вот пыптики, mm-hmm. их может снимете со старых свеч. А, я понял, такие наконечники. Вот, да. Типа, все вот. Все поняли, да, и походу? Самое главное, что вот кроме здесь, меня. Смотри, вот здесь. А ты что, дверь у себя не закрыл? Здесь да, забыл. Проветриваешь или что? Или хоть, чтобы машина ехала, оторвала? Сейчас, подожди. Напугала, да? Правильно. Ты говоришь, Кума был на работе, да? Да, забежал. Проведал. Как работа? Тут стоит. Никуда не убежал. Никуда не убежала? Не, уже работает на полную, типа, или так? Да, не так, как обычно. Ну, я так понимаю, что... Ну, в принципе, Жека сидел дома месяц там за свой счет, да? Да. А это так, поехал там что-то... Поздоровался. Поздоровался, вернулся. Да. Ты чего делаешь? А я с коробочки вытягиваю свечи. А вот, чего? Вот свечи нормальные. НЖК? Да. Хорошие. Ну, прикольно. В общем, придется нам ехать. На старых свечах один пыльчик, а тут, короче, ну, я не знаю, может, сейчас у всех так, но я... Наверное, у всех так. Ну вот, видишь, тут три таких штучки. Да, ну, а не знаю. А на обычных свечах вот так, типа. Угу. Ну, очень познавательно, да. Короче, понятно, только нам проводки не подошли, да? Не, ну, может, и подошли, надо просто уточнить там вот этот момент. Да, снять провод, ну, приехать к ним и поставить его. Ну, снять перед тем, как ехать. Ой, как смешно. Ну, прям смешно, стресно. Шутник. Я видела, ты видос уже выложил, да? Да. Кстати, прикольно, мне понравилось. Да. Да. Как ты там выкрутился ситуацию? Не, вообще смонтировал. Да, очень-очень интересно, да, Костя? Наручники для белки. Кому интересно, оставлю ссылочку. Браслет на компании, да. Про наручники для белки. Как можно было такое вообще придумать? Ну, вообще, фантазия сработала по размеру лап, да? Наручники для белки. Белка прикольная. Конечно, да. Очень. Ух ты. Это тебе. Уже попшикано. Помыто попшикано. Вы куда-то ездили? Нет, это Женя тебе передал. Женя только что приезжал. Спасибо. Спасибо большое, Жень. Пожалуйста. Короче, все, мы уже все съездили на вот этот, на фирму. Нам сказали, что типа, ну сказал так, на балансе деньги остаются, ну я перезакажу вам другие, если не будет наличия, то верну деньги, вот и все. Он, кстати, этот прислал какое-то сообщение. А, уже в Вайбере, прислал? Да. А, ну он говорил, что Вайбер отправит, типа, этот, ну, короче, смс-ку, есть там наличие или нет. А может, мы зря отъехали, нам сейчас придется возвращаться. Не знаю, посмотри. Ну, сейчас посмотрим. Ну, если что, то уже лучше в понедельник вернемся. А что в понедельник? Так, ну, надо же по факту смотреть, какие, ну, подходят они или нет. Сегодня можем не успеть просто, я не знаю. Блин, телефон, тормози. Ты хоть мой телефон не забыл? Не, он у меня. Ну все. Короче, магазин. Ага. Замову два комплекта по факту будем выбирать. Вот это уже понеделок. А ты угадал. То есть он заказал два комплекта и будем подбирать по факту. Ну, один из них подойдет, а один на складе, короче. Вот так вот. Ну, короче, это в понедельник ты уже была права. Придут или в понедельник он закажет, я так и не в понедельник они уже придут. А. Со склада им на склад, типа, и... Понятно. Ну, короче, все. В общем, такие у нас пироги. О, фура. Кстати, сегодня движ, вот здесь машин почти нету. Мы ехали в городе, это хана. Какое движение, я думала, с ума сойду. Получается, вот дорога, три полосы, и вся забита машинами на маленькой вот такой вот дистанции. Ну, что ты не можешь никуда двинуться. Еще фура меня пропускала. Кость, открой окошко, посмотри, как красиво. Обалдеть, да. Блин. В парке просто чудесно. Я в парк захотел. Я тоже.
Не, ну что, вон люди ходят, я вижу, гуляют. Велосипедисты катаются. Все, они это делают? Да что, зря. Ну, в принципе, народу как такового нету. Днепро. На Днепро хочется пойти покупаться. Уже можно, как думаешь? Думаю, рано еще. Отморозишь себе что-то. Троллейбус лучше обогнать, я так думаю, потому что мы за ним тянуться будем очень долго. Я тоже так думаю. Мы уже приехали домой. Костя с Дашей там что-то разбираются с чашками, спорят. И, короче, тут Лена нам надавала много разных чаев, фруктовых. Потому что она услышала, что мы именно, я ей говорила, что мы пьем чаи, но только фруктовые. Дашке они нравятся, а Костя у нас более, конечно, по черных, но нам нравятся фруктовые. Да. Сейчас покажу, а какие. А тут и зеленые есть. Катя, вообще у нее, помнишь, был один момент, что она собирала коллекцию очень много разных там чайков, очень-очень много. И вот это, короче, сейчас вам покажу, сколько у нас теперь чая. А еще тетя Лена нам давала вот такие вот конфеты. Это у меня будет на канале челлендж. Ну, такие конфеты с всякими гадостями. Там есть и яичница, и банан, и я что-то там читала, переводила, банан и вся... А, и черника. И червячки, да, разные, со вкусом червячков. Там. Ну, короче, это увидите вот дальше на канале. Челлендж, мы все втроем. Да, все втроем будем жевать. Ну, покажи, что там. Ничего себе. Кстати, это, по-моему, те конфеты, которые в поезде, в какой-то или первая, или вторая часть про Гарри Поттера. Гарри они Поттер. Ехали в поезде, ну именно. Угу. Ну. Вот, и ели вот эти конфеты. И такие, фу, с гадостью. Да? Да, с разными гадостями. Типа, может попасться хорошая вкусная, может попасться такая гадость, гадкая, что ой. Короче, завтра мы попробуем. Сирень мне муж подарил. Да, здесь очень много разных чаев. Ух ты, здесь с лимоном. А где ключи? Ой, я с лимоном буду. Я не знаю. С лимоном люблю. Тут мега много. Клубника! Даша любит клубнику. Моя. А вот этот тоже. Это что-то цепучее? Нет, это вишня. Ну, короче, не будем его весь перебирать. Сейчас покажу. Вот такой вот. В общем, Леночка, Катя, спасибо. Я вот это вообще еще, ну, не знаю, яблоко, корица, смотрю. Смотри. Могу сказать да, одно. Да. Лена нас сначала подкармливает, а теперь отпаивает. Подпаивает. Подпаивает. Ну, в общем, такой вот у нас сегодня день.